Всем привет! Сегодня у меня пятница, я начинаю снимать, по всей вероятности, последнюю неделю стартов проекта «Вышить все». По крайней мере, пока я предполагаю, что последнюю. Хотя я вошла, в общем-то, во вкусы, поэтому могла бы еще, наверное, недельку чего-нибудь поначинать. Но что там у нас остается? Давайте посмотрим, сколько у нас тут. Ну, тут, в общем-то, есть еще из чего выбирать. Я надеюсь, что на этой неделе в этой коробочке станет на 3 бумажки меньше. Хотя нет, наверное, не станет, потому что я хочу сюда добавить кое-что. Так, да, добавлю. Ну, добавлю я, наверное, завтра. То есть сегодня я буду вышивать жирафа. Я, конечно, хотела бы его завершить, потому что, если вы помните, вот так он у меня выглядит на данный момент. И, по большому счету, здесь не так много вышивать. Ну, учитывая то, что 1500 бисеринок вообще в этом жирафе примерно, мне кажется, я близка к половине, да, то есть, наверное, половины еще нет, но мне кажется, что довольно близко. Если сегодня у меня получится ударно повышивать, то я могу его и завершить. Теоретически могу предположить, что у меня будет такая возможность, потому что у меня сегодня многочасовая лекция предстоит, и я буду слушать ее и вышивать. Поэтому, может быть, я и справлюсь с этой задачей. Но если даже не справлюсь, то я покажу вам завтра, что у меня получилось. Вытянем с вами новый какой-нибудь процесс для старта. Но, тем не менее, жирафа я откладывать не буду. Я все равно его буду дошивать. Я потому что уверена, что останется мне немного. Жирафик получается милейший. Он такой приятный товарищ. Вот так у меня ниточки. Бисер в органайзере располагается как раз 7 ячеек и 7 оттенков бисера в этой работе используется. Так что на сегодня у меня план максимально продвинуть жирафа, еще лучше его закончить. Но увидимся с вами обязательно завтра, даже если этого не случится. Так, я обещала вам в субботу показать жирафа, поэтому показываю. Чуть-чуть, как вы видите, я не закончила, совсем немножечко мне осталось. И можно было, конечно, дошить, потом уже снимать, но, честно говоря, не уверена, что мне потом будет время на съемку, поэтому я решила снять как есть. Естественно, я дошью, здесь осталось совсем немножко, и времени на это понадобится тоже немножко. Так, я вот вчера продвинулась весьма основательно, думала, что сегодня я вот этот кусочек дошью с утра, но с утра у меня были другие дела, и никак до жирафа руки не дошли. Поэтому вот уже вечер, а жираф такой вот лежит еще пока не дошитый. Но недолго ему таким оставаться, я, конечно же, обязательно его доделаю, довышиваю. Вот шарф и вот эти вот, я не знаю, да, как назвать, какие-то носочки у него уже полностью вышиты, то есть вот этими зелеными оттенками я уже вышила все. И осталось тут дошить бежевыми, всякими коричневыми оттенками. Тоже придется еще так частями все это дошивать, не сильно удобно, но это уже мелочи, конечно же. Жираф получается, смотрите, какой прикольный, милый. Надеюсь, что когда буду показывать вам его дошитого, у меня будет дневное какое-нибудь освещение, будет его лучше видно. Пока вот так покажу. Милашный, конечно, жираф, приятный, очень классный. Бисера хватает, бисер с запасом. А вот, кстати, ниток я говорила о том, что мне хватит одной катушечки, а нет, не хватило. Пришлось распечатывать вторую. Немного не хватило, то есть буквально, наверное, где-то вот шарф, на шарфе она еще закончилась у меня, но немного не хватило. То есть я вышиваю в 2 нитки, и, в общем, даже для такого способа ниток вложено вот этих с запасом. Можно смело вышивать в 2 нитки. Вот такая изнанка у него получается. И, надеюсь, скоро покажу вам его уже готовенького. Ну, а сейчас давайте выбирать новый процесс, который я буду начинать на этой неделе. И какое решение я приняла? Я приняла решение пока не добавлять в эту коробочку ничего нового. Вот то, что там есть, то и будет. Те работы, которые я хочу добавить, я добавлю, наверное, уже в конце этой недели, потому что К некоторым процессам я еще не готова, и решила я пока остановиться на тех, что есть. Здесь еще много их, выбирать есть из чего, поэтому будем выбирать из имеющихся. Перемешаем. И выбираем. Так, выбираем. Выбираем. Как можно, оказывается, для себя сюрприз это делать легко. Я раньше даже не думала, что вот так вот будет интересно. А ведь интересно же, правда? Вам интересно? Мне интересно. Ждете? Почему всегда беру не с той стороны? Dimensions роза. Ну ладно. Почему-то, наверное, первый раз за все время стартов, когда у меня нет такого «Вау, ура, ура, ура!». Как-то я так: роза? Ну ладно. Ну хорошо, уговорили. Значит, будет роза. Достаем розу. Я даже не знаю, почему у меня нет вот такой вот бурной реакции на эту розочку. С чем это связано, не знаю. Но почему-то нет. Может быть, потому что у меня уже и так два процесса от Dimensions начато. А я говорила, что я люблю все-таки, когда у меня разные фирмы в работе. Но розочка так розочка. Она, конечно, красивая, она мне нравится. Мне нравится вот этот вот узор. И что приятно, я сейчас, в общем-то, с этого узора и начну. Мне кажется, узор должен вышиваться легко. Размер у этой работы 10 на 20 сантиметров. Вышивается на 18-й аиде. Так, а на чем же я буду ее вышивать? У меня уже пяльца заняты, которые 19,5 сантиметров все. Ну, будем придумывать. Чудесная розочка, покажу вам ее поближе. Изящная очень и винтажная как-то одновременно. Так, инструкция такая вот на русском языке, прям книжечка целая. Давно как-то мне не попадались такие. Видимо, у меня какой-то наборчик, он из стареньких. 2011 года изготовление этот набор у меня, да. Правда, старенький. Так, здесь основа, как я уже сказала, 18-го каунта. Такого вот цвета, ну, кофейного, может быть, что ли. Кофе с молоком такое. Приятный, приятный цвет, красивый. Нитки. Нитки, нитки на двух органайзерах. То есть здесь у нас получается 21 цвет. Мне сейчас освещение, конечно, наверное, странно показывает, но все равно покажу вам. Смотрите, как-то так очень благородно смотрится на этой основе. Эти оттеночки очень красиво, действительно здорово смотрятся. И вот эти тоже. Вот эти. Есть очень близкие по оттенку к основе вот эти вот. Их, кстати, довольно много. Такое будет прям изящество, на мой взгляд. Вот такая красота. Я, кстати, не подумала, что надо было схему-то скачать. Наверняка для саги есть в интернете схемка. Сейчас пойду искать. Так, иголочка здесь и, собственно, схема. Сама схема несложная. Ну, такая как-то пестровато выглядит для Dimensions немножко. Но в целом, конечно, ничего такого особенного. Есть здесь незашитое пространство, его немного. Но вот здесь вот, если будет видно, вот белые такие клеточки пустые оставлены. Это незашитое пространство. Вышивается в основном, ну, больше все-таки крестика. Хотя полукреста тоже много. Крест есть в одну и в две нити, ну, в основном в две, но есть и в одну. Полукрест есть в две, в три, в четыре. Есть бленды. Полукрест тоже вышивается некоторыми блендами. Есть 1+2, есть 2+2, есть 1+1. И бэкстич здесь прилично бэка, 7 видов бэкстича. Я надеюсь, что вышиваться будет легко. Ну, по крайней мере, гортензия у меня легко вышивалась. Я надеюсь, что здесь тоже будет примерно так же. Учитывая то, что полукреста довольно много, надеюсь, ну, как-то продвижение тоже будет быстрым. Но, конечно, в 4 нитки не особо вышивать. Ладно, увидимся с вами через пару дней. Итак, прошло 2 дня, и я готова вам показать то, что у меня получилось вышить в розочке. Что могу сказать по поводу этого дизайна, по поводу этой работы? Пожалуй, это первый процесс из всех начатых мной, ну, за последние недели, который меня не очень порадовал, или, можно сказать, даже совсем не радовал. Первый вечер, когда я вышивала, он меня реально раздражал. Почему? Сначала я думала, что это связано с тем, что здесь полукрест в 4 нити. Я почему-то очень тяжело он у меня вышивался. И я как будто не могла попасть иголкой вот в дырочки канвы. То есть чувствовала себя буквально, как будто иголку первый раз в руки взяла, и у меня ничего не получается. Это было странное ощущение, надо сказать. И скорость была очень медленная. Это тоже меня напрягала, в общем, я нервничала, когда вышивала эту работу в первый вечер. Вышила, наверное, где-то 200 с чем-то, по-моему, там получилось в пересчете на крестики, да, ну где-то там 500 полукрестиков, 250 крестиков, примерно что-то такое за вечер. И вот у меня за это время уже устали пальцы протягивать иголку, и даже не протягивать, а именно вот, не знаю, в общем, короче, пальцы уже тоже устали. На следующий день я задумалась, что же можно сделать. Дело в том, что изначально я поставила эту работу на куснапы. Там, конечно, натяжка получилась так себе, потому что натяжка только с двух сторон, и к тому же места здесь для куснапов совсем немного, то есть тоже так, ну, не особенно здорово тут все держалось. Я подумала, что, наверное, это все из-за натяжки, надо поменять на пяльца. Почему изначально их не взяла? Потому что они у меня были заняты уже другим процессом. Я не люблю переставлять, вот это все мне не очень нравится, поэтому изначально я и не взяла вот эти вот пяльцы, потому что заняты были. Но здесь уже решила, что надо, придется откуда-то их забрать. И взяла, значит, нурги, и после этого получше стало. То есть здесь натяжка лучше, конечно, тоже не до конца, да, со всех сторон ткань натянута, то есть тоже здесь, по идее, можно было бы так вот еще было бы растянуть, но натяжка здесь все равно намного лучше, чем на куснапах получилось. После этого начала вышивать, ну, вроде бы немножко получше. И тут меня осеняет такая мысль, что что-то не так с иголкой. Потому что вот именно ощущение, что она не хочет проходить в эти дырочки. Еще проблема у меня была с закреплением нитки. То есть я пытаюсь под стежками протянуть. Я понимаю, конечно, что 18-я канва, стежки маленькие. Но я пытаюсь иголку просунуть, она туда вообще не лезет. Вот совсем. И это прям было так тяжело, сложно. Я думаю, ну что-то здесь не так. Вот такое чувство, что что-то не то с иголкой. Начала присматриваться к иголке. И, вы знаете, сделала вывод, что у нее сломан кончик. Вот самый-самый кончик, он сломан. Мы все привыкли, конечно, что иглы для вышивания, они толстенькие, у них скругленный толстый кончик, то есть они не острые. А здесь она не острая, как бы пальцем не очень понятно. Но именно кончик сам, он обломан, то есть он, ну да, представляете, да, такой ровный край. И из-за этого, видимо, у меня основная часть моих проблем-то и была. Поэтому игла не проходила, то есть поэтому закреплять было очень сложно, потому что игла получается такая ровная в конце, нет вот этого скругления, да, которое бы позволяло завести иголку под стежочки. Ну и, собственно, тоже вышивать та же самая проблема. Вот, я поменяла иглу, и все дело пошло веселее, намного лучше. Я не могу сказать, что мне тут же понравились стежки в 4 нити, так не особенно, но все-таки я стала попадать вот в эти дырочки канвы иголкой, и я как-то нормально себя стала чувствовать и ощущать, и работа пошла побыстрее. Так, что у меня там на данный момент? На данный момент у меня вышито 8,9%, ну, то есть близко к 9%. Да? Если бы я первый день так не мучилась, то 10%-то, я думаю, вышло бы. В целом работа не очень такая большая, здесь меньше 10 тысяч крестиков, вот, и вроде бы ничего сложного. Ну вот пока я вышиваю только полукрестом, получается красиво, получается интересно, уже видно какой-то узор. И после того, как я все проблемы решила, я даже начала получать какое-то небольшое удовольствие от этой работы. Хотя вот такое не очень веселое начало создало в моей душе какой-то негатив по отношению к этому дизайну. Но я думаю, что все как-то изменится, все исправится, потому что в итоге я разобралась, в чем причина. Я думаю, что основная причина была именно в игле. Я просто не сразу это поняла и не заметила. Вот я удивляюсь, что я не заметила. Но так, видимо, тоже бывает. Потому что иголочка все равно небольшая, и кончик самый там очень тонкий. И да, визуально это было как-то непонятно сразу. Я с таким не сталкивалась. Не помню, чтобы у меня такая проблема была когда-либо. Вот. Теперь я думаю, что если вдруг возникнет, я быстрее соображу, в чем же здесь дело. Вот так началась у меня эта работа. Честно скажу, с радостью я ее сегодня откладываю. Вот. И выберу что-нибудь другое. Берем коробочки. Коробочки берем вот это вот. Бумажка с названием этого процесса. Вкладываем ее сюда. И будем выбирать новый процессик. Так, что у нас тут? Выбирать есть из чего? Есть. Перемешиваем, перемешиваем. И будем доставать. Будем доставать что-нибудь новенькое, новенькое, надеюсь, что-нибудь приятное и радостное. Вот это. Новослобода подвеска. Я как-то не знаю, не могу сказать, что я прям рада так сильно, потому что мне хотелось что-то такого серьезненького и ну, чтобы добавить, опять же, в коробочку с процессами. Новослобода подвеска, это мне работа на 2 дня. Ну, то есть за 2 дня обычно я с ней нормально так легко справляюсь. И, соответственно, в коробочке с процессами ничего не добавится. Ну, хорошо, зато будет еще одна готовая работа. Итак, подвеска. Пошла выбирать подвеску. У меня на данный момент 4 подвески от Новослободы. И я думаю, какую я хочу вышить. Я сейчас меньше всего, наверное, хочу подсолнух. Поэтому его откладываем в сторонку. Остается 3 у нас работы. 3 варианта. Так, может быть, палитру вышить? Палитру. Ящерка очень милая, конечно, симпатичная тоже. Арбузик яркий, красивый. Арбузик может вышить. Мне кажется, он так просто вышивается. Хотя и палитра тоже очень просто вышивается. И арбузик, мне кажется, тоже прям очень просто будет вышиваться. Так, ящерку я, наверное, отложу. Так, арбуз или палитра? Арбуз или палитра? Палитра с обратной стороны супер простая и такая скучноватая немножечко. Так, арбузик. Арбузик симпатичен. Арбуз буду вышивать. Хочу арбуз. Видимо, все-таки меня тянет на какие-то яркие сейчас краски, потому что за окном совсем-совсем не ярко. У нас еще и морозы опять начались, 40 градусов. И как-то хочется какого-то тепла. Поэтому будет арбуз. Что у нас тут входит в набор? Тут все как обычно, в принципе, входит, но давайте посмотрим. Так, нитка, иголка, цепочка золотая такая, пришивные стразы красного цвета. Такие они там красивые, яркие, красненькие. Бисер. Бисер здесь получается 8 цветов. 4 красных оттеночка. Ну, точнее говоря, я бы сказала, здесь 3 красных, 1 розовый. Да, розовый тоже такой вот есть. Красный мелкий бисер и 2 вида стандартного размера. Это у нас Чехия, 13 номер. Ну, а это, видимо, десятка. Так, и зеленый бисер. Зеленого бисера тоже 4, а нет, 5 видов. 5 видов зеленого бисера. И здесь весь бисер такой стандартного размера, десятка. Очень темно-зеленые есть. Вот эти такие оттеночки прозрачные с блестящей серединкой. И вот такой тоже просто, ну, не матовый, а жемчужный такой вот зеленый. Вот такие оттенки бисера здесь входят в набор. Конечно же, сами заготовочки. Вот такие заготовочки одинаковые. И я надеюсь, что здесь все хорошо нанесено, ровненько и замечательно. Я имею в виду перфорацию, конечно же. Вот. И потом сошьем. Будет вот такой арбузик. Меня, наверное, он еще привлек тем, что он, помимо того, что вышивается легко, ну, как мне кажется, пока на данный момент, он еще и сшиваться будет легко, потому что здесь нет никаких таких хитрых линий, то есть все так ровненько, гладенько, без каких-то изломов и сложностей. Вот. Так, ну и... Как обычно, есть инструкция. Это инструкция, как, в каком порядке что делать, как сшивать, как пришивать. В общем, все по порядочку. Читайте инструкцию, всегда говорю. Если вы не вышивали никогда эти подвески, обязательно прочитайте. Вот. И вот, собственно, схема. Хотя здесь тоже у нас нанесены линии, но всегда еще есть схема. И... Вот, да, бисер Чехия, десятка, один вид бисера, 13 номер. Смотрите, Чехия номер 13, 1D. Бисер Чехия 13, 1D, серебристый. Но он точно не серебристый, правда же? Так, а где он у нас пришивается? Пришивается он у нас в центре арбузика, я, в принципе, так и предполагала, да. Пришивается он в центре арбузика, и здесь он красный. То есть просто здесь почему-то написали серебристый. Каким боком он серебристый, я не знаю. В нем даже серебристой серединки нет. Он просто красный, и все. Ну, так тоже бывает иногда. Главное, что вложено то, что нужно. Потому что здесь серебристого-то, наверное, и нету. Ну да. Ну что ж, вот такой набор меня ждет на ближайшие 2 вечера. Думаю, что я должна успеть это сделать. И увидимся с вами, получается, в среду. Прошло 2 вечера, и арбузик готов. Смотрите, какая красота у меня получилась. Просто прелестнейшая. В этот раз я всем довольна. Опять меня порадовала подвеска. Был маленький недостаток, такой легко, в принципе, решаемый, но тем не менее, да, не сказать о нем не могу. Не хватало перфорации на каждой, причем, заготовочке в 2 местах. Это... Нет, по-моему, на одной в 2 местах, на другой в одном месте. Как-то так было. Это не критично, это... можно легко исправить, то есть, в принципе, можно проколоть даже обычной иголкой. И при желании, и при неком старании, да, скажем. Но я взяла иголку, которая побольше, которая у меня для протяжки хвостиков. Такая большая иголка, и ей это сделала. Это, в общем-то, нетрудно сделать совершенно. То есть основа достаточно тонкая, и поэтому проколоть ее можно, как я уже сказала, даже обычной иголкой можно. Но, тем не менее, вот такой вот косячок был небольшой. Но в остальном вообще все замечательно, все изумительно. Мне очень нравится результат. Все легло ровненько, без дополнительных каких-то протяжек, стягиваний. Ну, то есть, когда вы вышиваете вот таким вот рядом, да, бисер, иногда он бывает так немножечко гуляет, то есть нет вот этой ровной линии. И если взять, протянуть нитку, то есть ввести вот в первую, допустим, бисеринку, протянуть через все и вытянуть наизнанку и затянуть немножечко, то получается более ровный ряд. Вот здесь это не понадобилось, то есть здесь я этого не делала, потому что все и так ровненько, все и так гладенько, замечательно получилось. Так что никаких дополнительных усилий не понадобилось. С двух сторон долька она одинаковая абсолютно. По бисеру бисера мне хватило полностью всего. Единственный момент, что вот эту подвесочку мне не получилось сделать из одного вида бисера. То есть я так посчитала, у меня получилось, что если брать один вид бисера, вот либо самый темный, либо тут есть вот два цвета посветлее, то ну, как-то она будет совсем крохотная тогда вот эта вот петелька. Поэтому я взяла два вида бисера, самый темный не стала брать, а вот два следующих взяла. Они почти, ну, не одинаковые, но они близкие по цвету. Я их просто перемешала вот так и случайным образом, в общем, взяла их, нанизала на ниточку, получилась у меня вот такая петелька, зелененькая тоже. Красотулечка получилась у меня, очередная красотулечная подвеска. Ну, вот такая она хорошенькая, очень миленькая, приятненькая. Прям хочется ее тоже держать в руках, теребить, смотреть на ее красивые вот эти вот переливы. Несмотря на то, что вот эти элементы, они пластиковые, насколько я понимаю, но смотрятся они очень хорошо. Вот смотрите, да, как они переливаются здорово. Вот. Ну и с двух сторон абсолютно одинаковые рисунки здесь. Вот. Вышивается быстро и легко, как я и предполагала, потому что и сшивать было по периметру очень легко, и сам рисунок достаточно простой и легкий. Очень мне нравится вот эта серединка здесь, ближе к центру, ну, к центру арбуза, да, как бы. Вот здесь используется мелкий бисер, вот, который тут единственный в наборе есть, 13-й, да, бисер Чехия. А во всех остальных случаях везде используется десятка. Вот. Такие вот оранжевые здесь есть бисеринки, но при этом рядом с красными. Как-то, в общем, плавно здесь так все получилось. Такие переходы замечательные, плавные на красных оттенках. Я довольна. Вот так. Такая красота. Очень мне нравится этот результат. Прям одна, наверное, тоже из любимейших моих подвесок будет. Хотя они мне, наверное, все, в общем-то, нравятся. Еще хотела показать обложку, то есть на обложке, конечно, совсем не так смотрится арбузик. Вот, видите, как по сравнению с обложкой он выигрывает значительно. Обложка не передает. Но на сайте у производителя там все-таки, ну, более-менее как-то так адекватно показаны вот эти вот подвески. Ну и про жирафика, да, про жирафика я вам не рассказала, я же его тоже закончила, мне оставалось совсем чуть-чуть, и, конечно же, я дошила. Полностью жираф готов, по тоже каким-то техническим моментам все хорошо, мне всего хватило, ниток мне тоже хватило, несмотря на то, что я вышиваю в две нити, а не в одну, и... Что еще рассказать? В общем-то, все хорошо, все замечательно. Приклеила я уже обратную сторону тоже. И вот так он смотрится на подставочке. Очень миленький, очень такой славный. Мне тут, правда, написали, что он похож на корову по окраске, потому что жирафы же они обычно оранжевые, а этот такой белый с коричневыми пятнами. Не знаю, я как-то об этом не задумывалась, честно говоря, до тех пор, пока мне не написали. Хотя, ну, в общем-то, видела я на картинках жирафов, даже не на картинках видела. Но, тем не менее, мысль о том, что он не того цвета, меня не посещала. Я не знаю, почему. И, тем не менее, мне он нравится. Мне кажется, все равно он замечательный, красавчик, очень милый. Ну, не знаю, почему он побелел, наверное. Может быть, замерз, зима же все-таки, видите, в шарфике закутанный, укутанный. Вот, поэтому вот такой вот он получился. Все равно он очень классный, замечательный. И я очень-очень довольна, что он у меня теперь есть. Бисера здесь тоже мне хватило всего. Кстати, да, хотела вам немножко рассказать по бисеру. Решила я собирать бисер от волшебной страны. Остатки, потому что они пишут номера. И удобно, в общем-то, объединять этот бисер. И что интересно, я вот разбирала бисер уже от 3 работ, включая этого жирафа, и у меня многие цвета совпадали. То есть «Волшебная страна» использует какие-то одни и те же оттенки в разных работах. Ну, как бы не обязательно, конечно, понятно, что от работы зависит. Но, тем не менее, у меня было уже несколько совпадений. И это касается не только белого и черного цвета. Поэтому тоже, думаю, может быть, соберется у меня побольше. Сейчас вам покажу. Положу жирафа, чтобы вам было видно. Вот, вообще-то у меня бисер вот так хранится, это именно прециоза. То есть у меня на самом деле бисера очень много. У меня есть и довольно много бисера тоха, есть миюки, они у меня лежат отдельно. А вот это прециоза. Вот такой контейнер, покупала я его на Алиэкспресс. И вот такие здесь небольшие баночки. Так открываются, можно полностью крышку открыть, можно вот так открыть. Я не могу сказать, что прям я в восторге вот от этого хранения, потому что по номерам я не так часто использую бисер, ну, не так часто мне нужно найти какой-то конкретный номер. То есть номера у меня, наверное, в большей степени для того, чтобы собирать, опять же, одинаковые оттенки, ну, в одну коробочку. Я старалась здесь для себя разместить бисер таким образом, что сначала, например, у меня идут красные какие-то оттенки, вот такие, какие-то всякие разные красненькие. Так, ну вот так, да. Потом у меня тут что? Ой, как-то переходит, в общем, в сиреневый постепенно, тоже какие-то всякие сиреневые оттенки. Тут у меня коричневые оттенки, тут у меня уже какие-то голубенькие пошли. Вот, синие. Чем вот не очень удобно? Тем, что сверху не видно. То есть, когда выбираешь по цвету, получается, что не видно. Я могу, конечно, на вот эти вот крайние, да, посмотреть. С этой стороны, с этой стороны. Так, ну и вот с этой стороны тоже. Но те, которые находятся в центре, мне, естественно, не видно. То есть, приходится доставать, смотреть, что же там за цвет такой в этой баночке. Вот. Ну а так, конечно, в качестве хранения удобно. Вот только когда подбираешь, то не очень удобно. У меня это не весь и даже бисер прециоза, потому что у меня есть еще тоже прециоза большими прям пакетами, которые не входят вот сюда, лежит отдельно. То есть, например, вот этот черный бисер 23980 номер, у меня его еще помимо этого много-много. Я когда занималась вот этим вязанием браслетиков, да, то есть я тогда тоже купила много довольно-таки бисера всякого, и вот у меня он лежит еще и отдельно. Но, тем не менее, иногда бывает, что нужны какие-то и другие цвета, оттенки. Я решила, что буду собирать вот бисер из наборов от «Волшебной страны», ну и других тоже наборов каких-то, где указаны номера. То есть у меня нет карты цветов бисера, я не разбираю бисер, ну вот именно как-то по карте цветов сравнивая, поэтому весь бисер я собирать не буду. Оставляю бисер, правда, от наборов Mill Hill тоже, но я его, как правило, даже не разбираю, потому что его там все равно остается не так много, оставляю его больше для того, чтобы, если вдруг мне понадобится где-то несколько каких-то бисеринок, особенно петит, потому что, да, там как раз в Mill Hill часто используется именно мелкий бисер, и вдруг мне какой-то такой оттенок понадобится. Вот для этих целей больше оставляю. Ну а вот этот бисер можно еще разбирать и вот так по цветам. Здесь я просто вот так подписываю пакетики. Видите, это как раз пакетики, в общем-то, из самих наборов от «Волшебной страны», номера приклеены еще по порядку, которые там идут. И я просто смотрю, потом досыпаю в эти пакетики, если что-то у меня такое попадается в очередном наборе, досыпаю в эти же пакетики. Вот здесь, кстати, интересно, у меня 2 пакетика идет под одним номером, потому что бисер разный, несмотря на то, что номера одинаковые, номера совпали, но бисер разный. Вот этот идет такой, ну, скажем, такой обычный глянцевый непрозрачный бисер, а вот здесь идет, он тоже коричневый, но он матовый бисер. То есть они вроде как по цвету, может быть, одинаковые, но этот такой глянцевый, этот матовый. Вот, поэтому не стала их ссыпать вместе. И думаю, что когда у меня будет набираться какого-то одного цвета довольно много, тогда я уже буду пересыпать вот сюда в контейнеры. У меня здесь есть пустые еще баночки. Вот так есть. Даже где-то вот здесь посерединке тоже есть. Я оставила. Буду ссыпать сюда. У меня даже есть на самом деле... не подписанные, вот так, например. То есть я не определила какой-то номер, но знаю, что это Прециоза. Вот решила оставить все-таки. Вот. Весь китайский бисер я, по-моему, выкинула, кажется. Потому что мне еще было тоже много какого-то... Нет, я отдала. Вот. Много тоже было всякого бисера такого китайского. Он, ну, как вы понимаете, наверное, не очень качественный, и как-то я решила, что не нужен он уже мне. Вот, оставила только Прециозу и, ну, всякие тохани, юки, конечно, тоже, ну, и вот от наборов Mill Hill. Вот так вот у меня хранится бисер, ну, именно Прециоза. А вот с тохами, юки, не знаю, у меня хранится отдельно, его не так много у меня, как Прециозы, поэтому, ну, просто как-то в отдельной шкатулке лежат они у меня. Ну, это так, вдруг кому-то интересно про хранение бисера, заодно рассказала. Что ж теперь? Теперь выбираем еще один новый процесс. У меня вот эта бумажка, подвеска Новослобода, я ее оставляю, я ее не буду обратно складывать в эту коробочку пока, то есть, по крайней мере... Оставлю где-нибудь себе в сторонке, если не потеряю потом. Но оставляю для того, чтобы, может быть, на каком-то этапе я захочу все-таки, чтобы еще одна подвеска мне, допустим, попалась в качестве нового набора, ну, скажем так, шанс, да, дать. И тогда я добавлю ее в эту коробку, но пока я этого делать не буду. Так, ну что ж... Давайте выбирать новый сюжет, который будет начат у меня на этой неделе. Я начинаю склоняться к тому, чтобы сделать еще одну неделю стартов, потому что хотела за эту неделю добавить 3 новых работы, а у меня получается только, ну, пока одна добавилась, да, и одна уже вот у меня закончилась. Ладно, давайте посмотрим. Ой, тут что-то подраскрутилось. Еще раз перемешаем. Так. А может быть, и не надо еще неделю стартов. Что-то я даже и не знаю, как-нибудь-то. Какую-нибудь вот эту возьмем. А, я уже поняла, что это Риолис. Большой. Риолис, который набор номер 1358. Мне потом написали, что можно было его назвать как Риолис-подушка. В принципе, да, можно было. Так, Риолис. Хорошо, достаем Риолис. Сейчас доставала этот набор из коробки, в которой у меня лежат все запланированные сюжеты на этот год. И, что могу сказать, коробочка знатно поредела. Прямо очень сильно поредела. То есть там прям так много теперь свободного места. Вот. Ну что, вот это Риолис 1358. Это будет вот этот замечательный, сказочная, как он, все время забываю, сказочная долина. Да, по-моему, сказочная долина называется этот сюжет. И давайте еще раз его посмотрим. Старая комплектация Риолис, то есть здесь вот такие хвостики навешаны. Получается у нас здесь 29 цветов. Все цвета очень красивые, очень яркие, потрясающие. Канва здесь 10. И это, конечно, очень крупная канва. Я на 10, не помню, вышивала или нет, на 11 вышивала, на 10 я вот не помню. Так, иголка здесь тоже такая большая довольно-таки. И смотрите, какие шикарные нитки. Нитки просто восторг. Нитки меня завораживают. Они очень-очень классные, такие яркие, красивые. Шерстяные ниточки. И вышивать я буду на этой основе, ничего менять не буду. Мне кажется, что для подушки все Отлично, это будет отличная комплектация. А я хочу подушку. Вышивка здесь выполняется полностью в тринити. И здесь есть один вид бэкстича. Все, больше никакого разнообразия в техниках нет. Все довольно просто и достаточно примитивно. Я, по-моему, я искала сагу, но не нашла. Но, если честно, мне кажется, должно быть все несложно. Вообще-то должно быть несложно. И даже я справлюсь по вот этой цветной схеме. Ну, по крайней мере, попробую. Я еще раз посмотрю. Но что-то мне сага для этого набора не попадалась. Потому что, видимо, набор не самый популярный. И, возможно, перенабора для него не существует. И... учитывая то, что он еще и довольно-таки простой, то, наверное, смысла особого и нет делать перенабор. Вот. Но посмотрим, как все это будет получаться. Мне очень-очень интересно. Прямо очень. Как же это все будет. Так, что-то у меня схемы мало как-то. Что, вся схема на одном листе, что ли? Вы знаете, да. Получается, что вся схема на одном листе. Я почему-то думала, что здесь... два листа схемы должно быть. Я не знаю, почему я так думала, но мне так казалось. Видимо, потому что работа большая, 30 на 40 сантиметров. Мне казалось, что схема тоже должна быть огромная. А дело в том, что канва-то у нас 11, поэтому, ой, 10 даже. Поэтому, несмотря на то, что размер большой работы, но в крестиках это не так уж много. В крестиках это получается, сейчас я вам скажу. Получается 120 на 160 крестиков. То есть это, ну, так не очень уж сильно много. Поэтому здесь всего один лист схемы. Вот так. Ну что ж, сегодня у меня будет, конечно, еще работа по разматыванию моточков, навешиванию на вот органайзер. Кстати, так как у меня здесь в работе все вышивается чистыми цветами, тут абсолютно нет блендов, можно моточки просто нарезать без учета длины. И это будет делать удобно. Знаете, как разматывать моточки от Риолис? Сейчас вам покажу. Здесь просто развязываем моточек. Потом, смотрите, вот так вот его аккуратненько делим. То есть он прям сам вот раскладывается как бы вот так. Вот таким образом получается вот такое кольцо. И когда получается вот такое кольцо, ну оно сколько здесь сантиметров, наверное, 40, может быть. Вот если вот так на него смотреть, то сантиметров 40 немножечко у меня не вмещается в камеру. Я с одной стороны его разрезаю и навешиваю на органайзер. Вот, то есть у меня получается ниточка длиной примерно, наверное, 80 сантиметров. Но это я сейчас чисто на глазок вот так вот ориентируюсь. Не замеряла я, какая длина получается. Но, в принципе, вот. И длина, в общем-то, получается одинаковая у всех моточков. То есть даже если бленды тоже есть в наборе, то таким образом можно разрезать мотки и... использовать потом нитки в блендах тоже удобно, но единственное, что, может быть, ниточка будет сильно длинная, будет трепаться, и можно разрезать пополам для блендов. Вот. И мы определяем просто по вот этим хвостикам, какому цвету соответствует эта нитка. Ну, я думаю, что это вот 13-й цвет, да, в общем-то, можно еще вот к этому приложить близкому, но сразу видно, что нет, это не отсюда ниточка, это вот отсюда ниточка под номером 13. Так что я буду теперь моточки разматывать. Мне очень нравится, когда я навешиваю на органайзер, и у меня вот эти потом все нитки тут висят, и они такие, ну, какие-то приятные. Мне приятно их трогать, вот они прям такие классные, такие уютные нитки. Такой у меня будет сегодня старт. Ну а встретимся мы с вами в пятницу, и там я уже к пятнице постараюсь все-таки определиться, нужны ли мне еще старты или пока хватит. Ну вот, сегодня у меня пятница, и я заканчиваю снимать 4-ю неделю стартов проекта «Вышить все» 2021, и думаю, что на этом стоит остановиться. То есть вот в рамках этого месяца стартов, в принципе, у меня как раз месяц и получился, да, в общем-то, весь январь я что-то начинала. Я думаю, что это у меня последний на данный момент старт. И вот вы можете видеть, что у меня получилось вышить. Я думаю, что по крестикам это не очень много, я не считала сколько, но предполагаю, что это не очень много, благодаря тому, что крестики крупные, это все-таки заметное такое пространство получилось вышить. По процессу, что скажу, процесс меня радует, вышивать приятно. Единственный, может быть, момент, который мне не очень нравится, так как здесь вышивка в 3 нити выполняется, то закреплять нитку приходится не петелькой, да, под стежками закрепляю. Но в целом в 3 нити крестики ложатся хорошо. В общем-то, может, не на 100% они мне все нравятся, но большинство меня вполне устраивает. И вышиваются очень приятно, крестики такие пухлиши очаровательные, закрывают они хорошо эту 10-ю канву. В общем, пока ничего плохого сказать не могу. По схеме, по этой цветной, я тоже более-менее ориентируюсь нормально, потому что схема все-таки довольно простая и такая, контрастная. Поэтому получается у меня по ней ориентироваться, но я все равно ее зачеркиваю темным фломастером. Вот, давайте поближе вам покажу. Вот так это выглядит поближе. Крестики, конечно, очень такие крупные, большие, заметные, пухлые, но при этом, по-моему, очень милые, очаровательные. Вот есть тоже что-то в таких вышивках, которые шерстью, которые на крупном каунте. Не знаю, тоже какая-то своя особая прелесть. И я люблю иногда повышивать шерстью. И еще такой момент, вот в старой комплектации Риолис меня радуют нитки после того, как их нарежешь, потому что получается вот такая потрясающая красота. Разве ж это не красота? Посмотрите, какая прелесть. Еще мне очень нравится их вот так вот именно как-то трогать. Они приятные. Для меня они приятные. Может быть, не знаю, может быть, не всем приятные, но мне нравятся. Вот. И мне нравится, когда их вот так много. Они такие пушистенькие, приятные, классные. Вот прям кайф. Просто чудо и прелесть. Вот. К тому же они еще такие яркие. Вот с этой стороны так вообще... Просто восторг полнейший. С этой стороны поспокойнее, но тоже красиво все выглядит. Поэтому, конечно, тоже такой цветотерапийный процесс, как и большинство моих процессов сейчас. Не все, но многие вот где-то в таком ключе, видимо, нужно мне сейчас себя подпитать какой-то вот такой энергией цвета. За окном по-прежнему белым-бело, и у нас это еще надолго, поэтому в это время, конечно, здорово, когда есть какие-то вот яркие краски, яркие нитки в нашем случае, это здорово. Вот. Так что это мне тоже все очень-очень нравится, и сам процесс тоже меня радует. Я думаю, что будет вышиваться у меня и дальше эта работа с большим удовольствием. Я хочу очень добраться до вот этих вот домиков. Мне кажется, прям они такие веселенькие, приятные, будут вышиваться здорово. Но пока у меня идет вот эта полянка такая. Вот. Ну что ж, это последний старт на пока. И что будем делать дальше? Дальше берем мы коробочки, точнее говоря, сегодня нам понадобится вот эта коробочка. Сюда мы добавляем нашу бумажку вот с этим процессом Риолис 1358, который у нас называется. И да, вот еще почему я решила, что больше пока не буду ничего начинать. Я хотела, чтобы у меня было 12 процессов в этой коробочке, минимум в смысле. А у меня получилось 11. Но я же забыла еще про то, что у меня здесь не лежит бумажка с начатым процессом. Это гобелен Париж от Гоблин Сет. Поэтому, в принципе, у меня 12 начатых работ на данный момент. Значит, в общем-то, программа минимум по стартам выполнена. Я решила, пусть пока останется так, а остальное буду начинать в процессе игры, что тоже, в общем-то, как мне кажется, неплохо. Поэтому пока эту коробочку откладываем. По этой что у нас? Здесь у нас, получается, осталось, так, сколько? 5-9 бумажек. И сюда мы сейчас добавим еще 3. Получится 12. Получится у меня 12 начатых работ и 12 неначатых, но запланированных работ. Вот так вот поровну, оказывается, и поделилась. Что же я хочу сюда добавить? Я хочу сюда добавить Лонгдог. Я так и не купила нитки, но надеюсь, что куплю к тому моменту, когда он у меня выпадет, либо срочно побегу покупать, когда он мне выпадет, а то так я могу его сюда вообще никогда не добавить. Лонгдог у меня будет дилемма. Дилемма. Картинку вы сейчас видите перед собой, как он выглядит. Вот, напомню, что здесь нужно будет выбрать мне 9 сюжетов из 16 каких-то. Некоторые я уже точно знаю, какие хочу, некоторые еще пока не определилась, но там будем определяться в процессе. Так, значит, добавляю Лонгдог. Следующая работа, которая тоже у меня запланирована, у меня не хватает пока немного ниток, но скоро они уже будут у меня. Это процесс, это работа от фирмы Херитаж, это медвежонок. Так, медведь Уильям, напишу Уильям, вот, тоже хочется мне вышить этого милейшего мишутку. Сейчас у меня теперь уже есть схема и этого медвежонка с елкой, поэтому если в этом году я справлюсь с задачей вышить этого медведя, ну вот с лампой, да, этот сюжет вышью, то, может быть, в следующем году запланирую тогда мишку с елкой. Так, и еще один процесс, про который я как бы не планировала его начинать в этом году, но когда я делала видео про новинки от Lancet, которые ко мне пришли, 2 из них я разыграла, 2 остаются у меня, я говорила о том, что здорово было бы начать подсолнухи, тоже такой цветотерапийный процесс, и многие поддержали, скажем так, меня в этой идее. Даже хочется сказать, что внесу эту работу в планы под давлением общественности. Но, конечно же, не это главное, а то, что действительно мне тоже интересно вышить эти подсолнухи. Они очень мне нравятся, очень классные. Ну да, собственно, что я говорю и не показываю. Вот такие замечательные подсолнухи, поэтому я пишу Lancet. Lancet подсолнухи. Тоже решила я дать этой работе шанс. Ну вот так пока получается. 12 начатых работ, 12 не начатых. Что-то у меня уже завершилось в этом месяце. По-моему, 4 получилось у меня работы. Ну, небольшие, конечно, но тем не менее уже финиши тоже есть. Вот такой у меня старт, начало игры. Так, вот подсолнухи убираем. Вот так. Эту коробочку пока откладываем, откладываем до того момента, когда мне нужно будет начинать что-нибудь новенькое. Ну и на сегодня это все. Ну и со следующей недели я уже буду переходить непосредственно к игре. Там уже мы выберем с вами работы, которые будут участвовать в первую очередь, да, в игре, попадут в активную шестерку. Там я расскажу о небольших каких-то изменениях в правилах игры таких для себя. Изменения будут совершенно небольшими, но я решила все-таки кое-какую корректировочку внести. И что еще? И еще вам задание на следующую неделю. Да? Как же без задания? Чтобы вы не скучали, поэтому вам еще одно задание. Для тех, кто хочет начать еще какую-нибудь работу, у вас есть возможность это сделать. Вы можете начать что-нибудь новенькое. Ну, а для тех, кто пока не хочет начинать и предпочитает продвигать уже начатое, для вас следующее задание. Взять в работу самый большой свой процесс начатый, самую большую свою работу, и продвинуть ее настолько, насколько у вас это получится. Такое задание. Я, как всегда, буду рада вашим комментариям. Пишите, что у вас по прошлым заданиям, получилось что-то сделать, нет, к чему это там привело, может быть, к финишам каким-то привело, может быть, просто сдвинули какую-то старенькую работу с места, это тоже замечательно. Также буду рада, если вы напишите из вот тех работ, которые я начала, да, вот 12 начатых работ, кто у вас является любимчиком, да, за какую работу вы болеете, потому что пока мы еще вот не вытянули эти бумажки, интересно почитать, что бы вы хотели, чтобы попало вот в первую игровую шестерку. Тоже будет очень интересно, поэтому буду ждать от вас комментарии. Пишите, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Ну и подписывайтесь, конечно, потому что впереди у нас много интересного. Игра только начинается. Ну а на сегодня это все. Всего вам доброго. Пока-пока.